должны кундеры, я понимаю. Все общестроительные работы заканчиваются операциями обратной засыпки грунта, целью которых является сохранение чистой платформы, плоской и достаточно прочной, чтобы выдержать вес тяжелой техники и оборудования, необходимого арки. Сегменты арочных секций заранее изготавливаются вне монтажной зоны. Эти сегменты весом от 120 до 400 тонн и размером 60 на 12 на 25 метров транспортируются в монтажную зону с помощью модульных грузовых тележек. Это с тремя объектами, которые международные. Еще три. Ну, еще объекты. Это то, что инвестируется за счет международных. Надо.